пришло время снять байк-чек. Меня зовут Александр, я райдер команды Ник Тим. И это моя стрит-пушка. Знакомьтесь. You want some more of this, bitch? Back in the easy. We could do this all year long. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. I was walking down the street just the other day. I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones on and pressed play. Cheryl Crow, James Blunt. Привет, дорогие друзья, вы на канале Ник Тим. Это мой байк. На моем байке стоит рама Суброса Ом. Отличная рама с хорошей геометрией. Отлично дергается и хорошо крутится. Вилка Animal Street. Выбег 16 мм. Мне захотелось взять вилку с выбегом покороче, чтобы можно было легче заходить на Нузменал. Так, шатуны у меня стоят Stress Rail Hop 175 мм хромового цвета. Отличные шатуны с пожизненной гарантией. Педали Merit Pivan фиолетового цвета, просто бомбический цвет. Как бы педали цепляют так же, как полусликовая покрышка. Подсидел стоит Shadow, ну про подсидел нечего говорить, так обычный подсидел. Подсидел, как бы на него-то что-то разлили черное. Походу колу разлили, я не знаю. Сидушка Volume с черной кожей. Тут очень красиво вышито строчкой якорь. Подсидельный зажим Shadow. Вынос Odyssey Boss. Длинный вынос, хорошо с ним велосипед дергается. Руль Volume Mad Dog с подъемом 9.25. Байк с ним как раз таки очень хорошо дергается. Он очень высокий, четырехэлементный. Рулевая, про рулевую нечего сказать, но рулевая Суброса Бичин. Грипсы Merit Crosscheck фиолетового цвета. Звезда Shadow Sabotage с гардом пластиковым. Каретка, тоже про нее нечего говорить, просто каретка с подшипниками. Тоже Суброса Бичин. Цепь Shadow Interlock V2. Отлично, цепь просто, я не знаю, какие трюки надо делать, чтобы ее порвать. Покрышки Merit Option шириной 2.35. Хорошие покрышки, про них нечего сказать. У них очень отличный дизайн, потому что есть черный сайдвол, очень классно смотрится. Спереди стоит втулка Stress диска хромового цвета. Отличная втулка, нечего про нее сказать. Передние втулки все одинаковые, просто подшипники. Втулка, как бы, у этой втулки такой накат, там просто, я не знаю, можно скатиться с горки и ехать еще 3 километра, я не знаю. Спереди стоят спицы Criminal, отличные спицы. Так, обод ТСБ, отличный обод за хорошие деньги. Ну, обода. Обода выглядят очень маленькими и хлипкими, но на них катается Семен Демьянов за ТСБ, и он делает огромные дропы, трек-драйверы, и у него ничего не треснуло. Сзади стоят спицы Code Bikes, Grandma, втулка Code, Free Coaster, и обода тоже Tony Step Bike. Задняя втулка, ну... Конечно же, это код. Отличная цена на втулку, я не знаю. Какой еще фрикостер можно купить за такую отличную цену? Сказал все. Что? Шути. Байк дергается так же, на нем можно улететь на Луну просто. Дернул сразу туда.